Дорогие друзья, здравствуйте! Давно не показывала вам свои цветущие фиалки. Сегодня, в общем-то, буду исправляться. Пожалуй, начну обзор с трейлерных сортов, которые мне очень понравились и которые очень простые в уходе. Значит, самый первый товарищ – это сорт Robsti Rocket Trail. Это полумини-трейлер. Смотрим, да, размер листика. У этого трейлера яркие, очень такие красивые цветочки махровые, фуксиево-розового цвета. И по лепесткам белые разводы. Цветов у этого трейлера всегда много. Одни вот вянут, а следом бутончики еще новые будут распускаться. Этот трейлер хорошо кустится, хорошо вытягивает стволик, то есть вообще не требует никакого формирования. Я вот с этой стороны снимала три пасынка, укореняла, поэтому эта сторона у меня сейчас пока что лысоватая, но вот там уже пасынки, которые были там вот внизу, уже начинают подрастать, и вот это пустое голое пространство заполняют. Вот. Прекрасный вообще сорт, замечательный для новичков, самое то. Еще один сорт с похожими по окрасу цветочками, Kissaway Trail. Вот. Тоже цветы розово-фуксиевые, но немножко другой формы. У этого сорта цветы дольше держатся свежими, чем вот у Tiroki Trail. Вот. Кисовый трейл – это тоже полумини. Листики вот такие вот заостренные, такие, знаете, толстенькие. Чем-то напоминают по форме литуанику, зубчатые листы. Этот трейлер, в принципе, тоже в уходе очень простой. Единственное, он может в молодом возрасте сильно посынковаться и не цвести. Вот у меня так было. Пока я не проредила его, он у меня не зацвел. Вот. Так как пасынки лишние снимала, то сейчас кустик выглядит таким, знаете, жидковатым, жиденький такой, поэтому цветоносы падают, вот. Но когда он разрастется, раскустится, повзрослеет, в общем-то, это все придет в норму. Но, в принципе, все равно какие-то цветы будут не спадать вниз, а какие-то будут держаться вверху. И, в общем-то, будет красивый, замечательный шарик. Так, еще один сорт, который я очень люблю, это Chanta Spring. Это мини трейлер, вот размер листика, да, отличается насколько. У этого трейлера цветы колокольчики лимонного цвета. В этом кашпо у меня высажено 4 розеточки, все они цветут, и причем цветет второй раз уже. То есть вот первая волна отцвела, я испорченные цветоносы убрала, и вот следом прям вот. Опять будет шапка. У меня я укореняла 3 пасынка этого сорта. 2 пасынка будут готовы к отправке к началу сезона. Они даже у меня уже процвели лимонными колокольчиками. Но один только я недавно укоренила. Будет попозже. Буду попозже, в общем-то, предлагать. Так. Еще один пушистик Rocky Mountain. Это тоже трейлер полумини. У меня тоже вот такая вот жиденькая сейчас розеточка, потому что я снимала пасынки, укореняла на заказы. Но смотрите, даже несмотря на то, что здесь всего вот я ставила 3 веточки, а они все в цветочках. Вот представляете, если когда этот трейлер, этот сорт более пушистый, больше пасынков, больше, естественно, цветоносов. Вот. Этот сорт тоже простой в уходе. Здесь цветы фантазийные. Вот такие вот. Тоже очень красивые. В прохладных условиях ярче цветочки. Вот говорят, в жарких условиях заплывают цветы. Ну, то есть более насыщенные цвета приобретают. А вот у меня почему-то в прохладе. В прохладной комнате на стеллаже рос прям такие, знаете, яркие-яркие цветы были. Сейчас перенесла на другой стеллаж, и цветочки немножко бледноватые стали. Вот, так что, если любите более яркие, насыщенные цвета, то этот сорт старайтесь выращивать в более прохладных условиях. Моя любимая литуаника. Вот такой вот огромный куст у меня в этом году уже вырос.
Некоторые головы немножечко отстают в цветении, но там уже в пазухах листочков полно цветоносов, и они тоже уже очень скоро поднимутся и раскроются. Значит, выращиваю гелитонику на верхнем поливе в этом году. Вот. Ну, в принципе, результатом я довольна. На фитильном поливе у меня, конечно, был шикарный куст в прошлом году, он у меня все лето цвел, но когда я начала осенью пересаживать растения, и, в общем-то, мне не понравились там корни, поэтому мне пришлось переукоренять полностью старый кустик. Вот, со старого кустика я сняла три верхушки. Вот одна верхушка была с тремя основными головами, вот она. Одна была с двумя. Вот я сразу их укореняла, вот так вот. Они были маленькие, росли всю зиму на подоконнике, поэтому, ну, медленно, в общем-то, весь этот процесс шел. Но вот как только наступила весна, и моя литоника, как всегда, сразу тронулась в рост и сразу начала активно запускать цветение. Вот. Цветоносы, как вы видите, у меня в принципе не сильно, ну, как бы внизу валяются, да, они у меня все вот тут вот концентрируются в центре розеточки. Это все потому, что у меня вот такой пышный кустик. То есть они тут вот в листочках, длинные цветоносы. Вот. И, в общем-то, вот такая красота растет. И, кстати, вот на верхнем поливе, мне кажется, в этом году у меня крупнее цветы. Намного крупнее. Наукореняла пасынков. Также есть листики укорененные с литуаники. Так что в наличии будет. Возможно, не в начале сезона, прям вот не с самого начала, а туда где-то июнь месяц уже будут хорошие подрощенные пасынки, которые буду предлагать. Еще один сорт, который я очень люблю, это новинка в моей коллекции Ан Грета Гарбо. Смотрите, какие красивые цветы. Двухтоновые цветочки лавандового цвета. Такие переходы от более темного цвета в более светлый. Очень красивая. Цветет хорошо этот сорт. Такой вот, знаете, прям цветы не заваливаются. Они вот цветоносы длинные, но кустик пушистый. И все цветочки держатся прям таким вот букетиком, шапочкой на розеточке. Очень красивый сорт. Цветы долго не портятся. Вот начинался распуск вот здесь вот. Это уже было больше месяца назад. И вот только-только начал увидать один цветочек. Этот трейлер кустовой формы по описанию. Ну, то есть не совсем ампель. Поэтому лучше выращивать под прямыми лампами, не давать заваливаться на бок. Вот у меня вот эта розетка в свое время немножко на бок заваливалась, поэтому когда я делала пересадку, я, в общем-то, пробовала уложить стебель, чтобы приподнять вот эти молодые пасынки. Но, в общем-то, такой процесс формирования, он более затруднительный и сложный, потому что там нужно всегда контролировать поток освещения, чтобы все это росло правильно, в той форме, да, которую вы хотите задать. Ну, как бы, может быть, не совсем просто объяснила, но вот как-то так. Вот, покажу вам как раз вот река Енисей. Вот, 23, река Енисей. Это стандартный трейлер, очень крупный. Смотрите, какие крупные листья. Да? Вот Ан Грета Гарбо, здесь лист поменьше. Хотя вот по описанию сорта как стандарт идет. А вот этот кустик, я 23, река Енисей, выращивала в разных вариантах, формировала кустики. И вот больше всего мне вот как раз понравилось под прямыми лампами. То есть вот она центральная розеточка, основная, которая сейчас вот зацветает. И там вот полно пасынков по кругу. Вот эта центральная отцветет, мы ее срезаем. И дальше уже кустик формируется с тех вот пасынков, которые одновременно растут. Вот. И, естественно, зацветут тоже одновременно. 23, река Енисей, цветы сиреневые, фиолетовые даже, ближе к фиолетовому цвету. По лепесточкам венозные такие разводы идут. Когда распускается цветочек, он вот такой вот темненький, а потом немножечко светлеет. Это крупный трейлер, как я уже сказала. У меня растет, так, здесь кашпо, наверное, 15 сантиметров в диаметре.
Сейчас попробую вот такую вот кашпо. Ну, в принципе, я думаю, постоянно можно выращивать в этом кашпо, потому что если добавить больший объем, то это будет, естественно, еще больше куст. У меня на подоконнике помещается всего 4 кустика трейлерных фиалок. Это вот литуаника у меня там растет, белый жемчуг, трейлалонг и красная река. Вот и все. А я помню просто свои подоконники, сколько там фиалок помещалось обычных розеточных сортов. Еще хочу вам показать пару стандартных сортов обычных розеточных фиалок с цветами-колокольчиками. Лелейла, смотрите, какая прелесть. Лонг листва, пестролистность такая немножко розоватая. Очень крупные цветы-колокольчики розового цвета. По краям лепесточков салатовая каемочка, такая расплывчатая. На каждом цветоносе несколько колокольчиков. В общем-то, интересный сорт, мне очень нравится. В прошлом году у меня как-то не очень получилось вырастить этот сорт достойно, красиво, поэтому я сильно его не показывала. А сейчас можно уже хвастаться. Вот такая красота. Есть еще одна розеточка у меня Лелейла. Вот о чем говорят разные условия, да? Вот это вот на другом стеллаже росла. Здесь пестролистность хуже, ну, пока хуже проявилась, да? Но в принципе тоже вот цветоносов полно, цветение будет нормальное. И вот это, кстати, розетка у меня под фитолампой. Часто спрашивают, ну уж какие лампы лучше, светодиодные или фитолампы? Ну, под фитолампами я вам хочу сказать, что лично у меня не все сорта фиалок хорошо себя показывают, особенно вот пестролистные. Некоторые вообще листочки подгорают, в общем-то. Все-таки светодиодные лампы, ну, мне кажется, лучше. Хочу вам еще показать одну фиалочку с такими вот интересными цветочками. Это и колокольчики, и тюльпанчики. Такая вот форма у цветов. Значит, мне эту фиалку подарили под названием RM розовый тюльпан. Но я не знаю, не могу так вот, знаете, наверняка подписать как RM розовый тюльпан, потому что вроде бы как бы похоже, но окрас цветов не совпадает. Либо это у меня спорт, либо первое цветение, и поэтому еще цветы такие вот, как не по сорту, зацвели. В общем-то, условно RM розовый тюльпан. А там будем смотреть, либо останется как потеряшка в потеряшках. Ну, а если во втором цветении зацветут цветочки правильным окрасом, тогда уже подпишу как розовый тюльпан RM. Вот. Мне, в принципе, очень понравилась эта фиалочка, поэтому в коллекции она у меня остается. Новинка в моей коллекции сорт LE шелковые кружева. Честно говоря, пока я не совсем довольна результатом того, что я вырастила, но все равно хочу вам показать, потому что сорт вообще очень красивый, бесподобный просто. Вот такие вот цветы, анютки, они, знаете, такого темно-бордового цвета. Форма у анюток очень такая вот интересная, прям кружевная, действительно. Пестролистная розетка. Я думаю, что если этот сорт вырастить достойно, то, в общем-то, он будет такой яркой звездочкой в коллекции. Вообще, если не получается вырастить сорт с первого раза красиво, да, так, чтобы не стыдно было показать, пробуйте переращивать, потому что, ну, это не говорит о том, что сорт какой-то плохой. Вот на моем опыте все-таки чаще всего это у меня руки не с того места. Вот, стоит заморочиться, перерастить, и вот как с Лелейлой уже, в общем-то, результат будет радовать вас. Еще один сорт, новинка в моей коллекции, Festive Holiday. Это зарубежная селекция. У этого сорта мозаичная вот такая вот красивая пестролистность. Вот такие вот цветочки. Это у меня уже вторая розеточка зацветает. Одна уже отцвела. Смотрите, красота. Обожаю просто, очень нравится. Такая многоярусная розеточка нарастает у этого сорта. Прям так аккуратно листики раскладываются. В общем-то, бесподобный сорт, бесподобный. Конечно, вот эта мозаичная пестролистность. У меня всего два сорта в коллекции
таких вроде два. Это вот «Очаровательные глазки» и «Festive Holiday». Но «Очаровательные глазки», наверное, в этом году у меня уйдет сорт из коллекции, потому что мне кажется, что он у меня потихонечку мутировать начал. Начали листики неровные, такие, знаете, как, я не знаю, ну, покажу как-нибудь. Вот. А здесь вот вообще прелесть. Пока радует, а дальше посмотрим, как себя поведет. А про этот сорт, честно говоря, я так и не поняла, к какому типу относится розетка. Кто-то описывает как мини, кто-то как полумини, кто-то как малый стандарт. Я пробовала выращивать в пятерке. Да, нет, это в шестерке у меня уже растет. Очень сильно забивает вот тут вот серединку. Ну, видно, что мало все-таки места пятерочка. Поэтому начала пробовать выращивать в шестерке этот сорт. Но вы знаете, мне кажется, этому сорту действительно можно дать и семерку. То есть, возможно, действительно, вот ближе к полумини малому стандарту размер розеточки. Ну, то есть, буду наблюдать. Хотя я этот сорт заказывала у Натальи Булко из Питера. Я у нее спросила, в каком объеме она выращивает этот сорт. У нее он в пятерке растет. Вот. Так что, возможно, можно и так, и так, и так. А там смотреть, какой результат вам нравится больше. А также покажу вам старичков в своей коллекции Элье Ника. Ну, это вообще розетка, тоже можно как мини выращивать, как полумини. Всегда цветет долго, много цветет. Вот. Люблю, обожаю. Будет тоже в продаже. Кто-то у меня спрашивал, будут уже довольно взрослые линейки. Буду предлагать. Прямо, возможно, в начале сезона. На этом, дорогие мои, хочу пожелать вам всем всего хорошего, мира, добра и благополучия.